здоровые едрицкие силы. Я усываюсь, ребята, от наших старцы шоу. Сука. Главный старец такой: если будете прятаться, мы вас найдем. Неважно, сколько это времени возьмет. И уебем дроном. Ну, я надеюсь, ему объяснили, что такое дрон. Сука, это, блядь, пиздец. Теперь, вот бабуля, конечно, отмочила тоже. До сих пор я не понимаю, что она там делает в этом Тайване. Но чипы взлетели в цене. Так, и, наверное, поехал там пофотографироваться еще что. И, наверное, главный наш тоже старец такой: слушай, давай с этими, со всеми другими, давай, слушай, не езжай там устраивать такие заманухи какие-то. Может, что там выйдет с этого нехорошее. А она, наверное: ну, Джо, мы, наверное, проебем палату представителей, но надо как-то отбить это дело. Давай попробуем, блядь. Ладно, посмотрим, как они попробуют. Давай, ребят, успехов.